Ребята, настало время нам вновь вернуться в Мункаст. Давненько мы в него опять же не играли, поэтому сегодня вместе с вами опять же будем предавать или же не предавать, находить предателей и все, что с этим связано, да? Всем привет! Ну и сразу вам говорю, поддержите данный ролик лайком, чтобы Мункаст выходил как можно чаще, а мы тем временем будем собирать наших подписчиков и начинать. Ну что, ребята, народ у нас наконец-таки собрался, значит, нам можно стартовать. Жму на старт, и народ у нас идет, да. Кстати, если что, я не, а у Вапити ник олень. Не, это, ну, потом поймете, почему не. По идее, должно получиться забавно. Так, ну да ладно, начинается у нас раунд, матч. У тебя есть доказательства? Судя по всему, что ты по пушке стрелять не пошла, у тебя нет доказательств. Я сегодня работяга, поэтому я иду делать задания сразу же, первым делом. Просто бегу и иду делать все противные миссии. Конкретно загрузку делаю. Кто стреляет? Стоп, кто стреляет? Ха-ха-фани, кстати говоря, мог меня убить уже 10 раз, значит он не предатель. Тебе виднее, кто там стреляет. Я пошел. Я сегодня инженер, я сегодня работяга. Я сегодня бегу и иду чинить свет. Потому что никто не идет чинить свет. А все, свет починили. Что, тебя вырезали уже? При том, что я просто побежал такой с мыслями типа... Да пофигу вообще, убьют меня сегодня, нет, я вот работяга, я пошел работать, мне вообще по барабану. Знаешь, и зарезали в итоге тебя, хотя я там один хрен знает с кем вообще нахожусь, даже на проверке все забил. Как... Обычно я типа людей проверяю, там стою, смотрю, кто из пушек стреляет. Не, в этот раз я прям так, чисто, моя задача выполнить работу. А? Обычно я так делаю, что мне насрать, все, я просто бегу. Я каменщик, просто работаю бегу, 3 дня просто. Так, да. И что у нас там, ну... и электро. Я стрелял электро. Я с хахафани чистый. Хахафани, кстати, нормальный. Я салатовый мир. Хахафани окей. Этот нормальный. Ну, хахафани, потому что мог мне 10 раз зарезать, когда света не было, он не зарезал. Так, значит, значит, у нас Фани, Яблочко и я пока нормальные. Остальные все под подозрениями. А я скип. Пишу вот так вот и нажимаю скип, конечно же. Вот так вот. Кстати, ребята, кто захочет с нами поиграть, вы всегда можете это сделать. Заходите в мой Discord, ссылку оставил в описании. И там можете играть с нами. Когда начинается вся движуха, вы об этом узнаете там. Мы в чат обычно кидаем приглашение. И после этого идет запись. Если что, все, кто здесь находится конкретно в этой комнате, это наши подписчики. Кстати говоря, будущие ролики, возможно, будут выходить немножечко в другом формате, если нас будет больше, я думал еще Тимура позвать, может быть, Ская позову наконец-таки, и будущие ролики будут у нас конкретно по другому формату, мы друг друга слушать особо не будем, будем слушать друг друга только в лобби и в обсуждении. Так, по сути, правильнее сама игра будет идти, но когда мы вдвоем играем, я типа думаю, что и так сойдет, как говорится, ох ты, ё-моё, я один остался, не-не-не, пожалуй, я один не буду, я знаю уже, знаю, с кем я могу ходить в этой игре, и это для меня аргумент. Так, и я не могу найти тех ребят. Куда они делись-то, блин? Так, мне нужно найти их. Если я их не найду, то будет совсем грустно, конечно. Ой, у меня мусор так, есть. Отлично. Рад за тебя. Так, я понял, где они. Так, не надо меня счастливить. Я могу для тебя выкинуть мусор. Я пошел. Да не надо мне выкидывать мусор. Да ё-моё, чё, где весь народ-то? Кто мне кофейку-то нальёт-то? Эти двое куда-то свалили, короче. Вообще их не вижу, не знаю, что с ними делать. Так, ну тут синий, да, эти, как его... Хахафани, короче, и зеленый. Вот они куда-то пропали, мне они... Меня они напрягают поэтому. То, что они пропали. Я хотел с ними бегать вместе, но они решили, что они будут бегать без меня. Я не в их команде. Поэтому хрена с два, пойду, короче... А, отлично, здесь труп, пельмень. Ну, вряд ли он... Помянем. Не, не пельмень это был. Так, синий. Я думаю, синий. Я просто буду молчать. И потому что синий там был. Типа, пельмень вряд ли бы так тупо поступил. Скорее всего, это дверь. Потому что ты там был. В коридоре. Ну, вроде синий. Я думаю, что синий. Я сомневаюсь, что это пельмень. Что-то было бы как-то очень странно, если бы это был пельмень. Ну, может быть, это он, конечно. Я вполне себе могу сделать ошибку. На том это и игра.
Ну, если я верю яблоку, если верю хахафане, пельмень вроде тоже как-то поступил так более. Алькейт вот этот, он как раз там был, и похоже, что он предатель. Вряд ли это пельмень. Ну, либо это пельмень, но будет совсем тогда тупо. Можешь написать, что выкинешь мусор, я выкину мусор. Да если бы я был предателем, толку там не... Или ты хочешь... Так нет, я знаю предателей. Чё? В смысле? Лол. Что? Вы упоролись? Как? Нормально так, я говорю, это синий. Они такие, кикаем оранжевого. Зачем? Синий был предателем? А, стоп, подожди, не надо. Я же... Стоп, подожди. А что было это? Я думал, меня кикнули. Не приняли единого голосования. А, не было... Я уже думал, все, я хотел узнать, кто уже предатель на самом деле. Я уже себя похоронил, короче. А ты, оказывается, выжил. Лол. Говоришь им, что предатель синий, они такие... время убивать, короче. И мусор тогда, потом. Да, какой мусор? Они вообще, в принципе, не верят, что это я, лол. Я выкину для тебя его. Так, допустим. Да я понял, что ты выкинешь для меня. Давай, ну давай, у меня последнее задание сейчас осталось. Все будут нажимать нет, переключатель нет, света, это пройденная классика. Ладно, хрен с вами, я пойду лучше задание делать. Не, пошли так. Мусор выкинем. Не. Да не хочу я мусор выкидывать, не надо мне твой мусор, все. Я без мусора как-нибудь обойдусь. Ты же мирный, обойдусь. Я докажу, что ты мирный. Так, и чё, что я мирный? Я чё, как им сейчас скажу, что я мирный? Ребята, бегите за мной, я вот офигеть просто какой. Просто вот немножко потыркайся право-лево и иди. Угу, хорошо, не буду. Они, я так наверное, делать. Поймут, что за тобой нужно бежать. Я в них не верю, после того, как они все против меня проголосовали. Пошли, я не знаешь куда. Я на них в обиде, ничего не буду я им доказывать. Пусть они там идут. Взяли и взяли. Тебя могут кикнуть тогда. Ну пусть кикнут, пусть они посмотрят, какие не сверхразумы тогда, что они меня кикают. Вот. У меня будет такая позиция, я буду принципиален. Так, у меня тут Саймон говорит, очень важное задание, все отлично, я его выполнил наконец-то. Чего мне там еще осталось? Энергия. А, идет выкидывать мусор. А нет, не выкидывать. Тут шиза тоже вроде нормальный. Не похоже на движуху такую, что это он зарезать должен был. Хотя хрен его знает, сейчас возьмет меня, зарежет. Серьезно, это он? Нет, не он. Кто-то просто переключатель последний нажал. Так, пошли вы, знаете куда? Я пойду лучше сделаю последние квесты. О, нашел труп. Я не буду про него докладывать. Я знаю, потому что сейчас я доложу, и они такие: а, второй раз докладывает на этого чувака, значит, это он. Я лучше пойду свой квест и сделаю, и буду сидеть на жопе смирно. Типа, я свою часть сделал, а вот вы не можете свои квесты сделать. Так, и даже рядом, кстати, никого не было, чтобы я хоть кого-то попалил. Я думал, что сейчас отлично сыграю, потому что... Лучше без верх, напоминаю. Замечу. Ладно, последний квест, хрен зня. Окей, серьезно. В смысле, шизу здесь я не заметил, я вообще-то видел его. Не, он не заметил труп. А, ну может он предатель второй, я не знаю. Блин, там по камерам смотрели, и шиза прошел через хранилище в управлении, а там камеры пали. Я вообще не знаю, где, вот там должны быть два чувака, по идее, а вот еще один труп, лол. Так, ну ладно, об этом я доложу, я свои задания выполнил. Так, может синий? Синий все-таки... Ну, или напиши. Можете быть гениями и меня кикнуть. Я вам похлопаю потом. Мусор. Ого, ну. Ну синий же это! Да синий, понятно. Ну, сейчас меня кикнут, я буду сидеть просто такой... Гениально! Так а чё до тебя-то хотят? Ну потому что они валенки сибирские, чё я ещё могу сказать? Ну поздравляю, ребята, вы там доказали, какие вы классные детективы! Это синий и везунчик. Это синий и голубой. Да, я думал, красавцы, чё? Подожди, пусть дойду сначала. Гений. Так. Вот прям Шерлок вам позавидует. Ладно, давай следующую катку. Ну, давайте следующую. Ну что, ребята, мы вновь собираемся, вновь новая катка, все дела, таймер пошел. Сейчас будем смотреть, что будет в этот раз. Надеюсь, что в этот раз у нас не будет такая офигительная команда, которая просто так может кикнуть, потому что ты им не понравился.
У меня всегда жопа от этого горит, поэтому вы меня поймите, вы меня простите. Но я вас не прощу за такое. Поэтому не надо мне заходить и просто так в кого-то голосовать, особенно когда кто-то говорит, что у него есть доводы. Блин. При всем желании, я, конечно, мог сыграть, свапить и, типа, так отыграть красиво, что, типа, да, я мусор могу выкинуть, а у нас кислород, как бы, или что, горит вообще, да, список заданий закрылся. Тебе-то пофигу, потому что ты предатель, я же знаю. Нет. Да, ты молчишь с самого начала, так. Так ты говоришь, у меня управление... Нет, ты предатель, я знаю, я чувствую, что сегодня ты предатель, я не буду стараться. Хотя ты меня вряд ли зарежешь, конечно. Ну, у меня есть потому доказательства, я всегда могу доказать, что я прекрасный инженер. Будет забавно, сегодня. Если меня сейчас убьют, и ты такой, а, ну ладно, ты все-таки мир. Ну, я думаю, что ты предатель. Не, я не предатель, я выполняю задание. Сейчас вот выполнила задание как раз, вот скачиваю файлы. Все, сейчас карточка будет. А, ты рядом со мной, да? Я тебе все равно не вижу. Вот карточка. Ну, я провел. У меня еще были три задания. Я карточку так и не видел, что ты вообще провела. Да у меня-то какая разница. У меня, вот, у меня в этот раз есть все вообще абсолютно доказательства. Я щиты могу активировать, я могу мусор выкинуть. Я вообще все могу в этой игре. Че, вы оба предатели, не? Так. Я думаю, что я нахожусь в толпе предателей. Для меня вы вот все предатели. Даже провода. Когда вы не предатели, вы для меня предатели. Я тут здесь самый чистый, у меня есть и щиты, и мусор. Так, все, что? Кого-то нашли. Я была около тебя, я бы в принципе не смогла бы его зарезать. Все, сейчас напишу, что это ты. Я сейчас буду просто... Я буду максимально логично сейчас кикать кого-нибудь. Я напишу что-нибудь... Это пельмень, просто так, и кикнут меня, конечно. Так, я мусор выкинуть могу. У меня щиты... У меня мусор. Только попробуйте кикнуть. Я вас сам кикну. Как хост я такое могу. Так, сначала мы идем в мед, чтобы посмотреть. Потом мусор у кого там есть. Да у меня есть все, кроме сканера, разве что. Блин, я подозрительная, я бы могла уже убить хотя бы кого-нибудь. Да не знаю, хрен с ним вообще. Узнаем, когда будет половина, тогда я тебя уже буду подозревать более конкретно. Я мир, все это самое подозрительное было сообщение. Понял, ты предатель. Да нет, я не предатель. Кстати, вайпите, если хотите, посмотрите, вайпите серию и узнаете, предатель она все же в этот момент или нет, то в описании ссылка на нее есть. Помогите ей там 20 тысяч подписчиков набрать, если вам не сложно. Можете зайти, посмотреть, подписаться. У нее видосов много, про разные игры выходят, все дела. Так, два предателя осталось. К сожалению. Это так, ты. Так, что, там надо идти мусор выкидывать? Да нет, сначала в медицину. Ага. О, салям, сканится. Я смотрю, кто мусор выкидывает. Все? Ага, ангел выкинул мусор. Так, у нас здесь явно кто-то предатель, потому что я с везунчиком пельменем и салявом. Потому что нас закрыли. Я не буду его оставлять одного. Ну, не оставляю его одного. Ходит постоянно. Так, да ёпрсоте, у нас этот горит. Что у нас горит-то, блин? Так, у нас кислород. Я пойду на самый верхний тогда. А, здесь уже обезвредили, блин. Пойду тогда к чуваку, которому я... все понятно. Его только что зарезали. Отлично, это был единственный чувак, который знает обо всех моих приколах. И его зарезали. Прикольно. Мы только что разъединились с ним буквально вот секунду назад. Его, то есть, прям в проходе зарубили. Значит. Стоп. Ну, это явно не... Хотя, может, это и красный. Я это вообще соля? Не видел. Это оранж, в смысле? Лол, что? Он был с белым. Ты чё, упоролся? Ну так-то я мусор кидал с белым. Хотя, ладно, пофигу, вообще ничего писать не буду. Они сейчас меня будут кикать. Да чё они на тебя-то все агрятся? Лол до чёрного. Будто бы где-то написано, а что чёрный, это я. А чёрный, в смысле чёрного? Блин. Какой чёрный? Это вообще чёрного нет, лол. У них баги с цветами смысле, начались. В смысле, чёрного видела? Тут нет чёрного. Пельмень. Сори. Так, ну... Сори, это пельмень.
На зеленого, надеюсь, проголосовали. Я, короче, я после этой игры возьму перекику их всех нафиг. Просто, мне кажется. Как так-то? Чё они тебя-то выкидывают сразу же? Я говорю, я буду им мстить, короче, я ничего не знаю. После... Этот матч закончится, мы полностью новый набор делаем людей. Пошли, не знаете куда. Какого хрена они мою жопу поджигают? Просто так причем, типа, лол, я бегал, мусор выкидывал с белыми, белого через секунду зарезали. А уж что ты с ним бегали? Ну, охренительный аргумент. Не понимаю, что они тебя кикают так быстро. Потому что это твои подписчики пришли, и они такие: о, вайпти, будем вайпти, до последнего убивайте, кристалла сразу же убьем, поэтому вот. Почему бы нет? Все, я говорю, у нас будет пересбор потом. Ой, здесь кто-то... Так, здесь у нас читер, значит, есть, похоже. Че, цвет опять потому меняется? Потому что здесь двоих... Нет, не знаю. Желтый, он тут, желтый тут отъехал. А тебе, в смысле, они вдвоем, что ли, одновременно или что? Почему тут два трупа? Я не помню, кто. Да, отлично, там два трупа, ты даже не понял, что тебя убил. Прекрасно. У меня синий вроде как убил. Ну, вот синего и скикнем в следующий раз точно. Это везунчик синий, просто я видела, что-то синее промелькнуло, когда выключался свет. А потом меня синий убил. Что-то такое. По-моему, это... По-моему, это они все-таки. Да не, вообще без разницы, мы оба мертвые. Да не, я спрашиваю. Да, это голубой и синий, они, то есть, вместе были. Ну, я говорю, у нас все равно пересбор полностью. Я ни один из этих ников здесь видеть в следующий раз не хочу. У меня на них жопа горит. Да, я эмоционален, ничего не знаю. Ну, это очень странно, что они тебя сразу кикают такие. Второй раз уже. Синий вообще не палится такой, типа, какой мудила, говорит, это сделал. Лол. Да сейчас кикнут какой-нибудь, яблочко кикнут, я уверен. Я думаю, или солям вылетит. Они вообще... Никого. Вообще никого. Да ну тут предатели выиграли. Я надеюсь, что они сейчас возьмут, просто сразу рубанут и все. Ну, тут уже и так ясно, я думаю. Исход и так понятен в этой катке. Я уже, наверное, покажу финальный вариант, что тут особо церемонится. Ну что, ребята, пересобрали мы комнату, получается. Посмотрим, в этот раз тоже нас будут кикать. Точнее, меня кикать или нет. Так, ну и, в общем-то, катка у нас начинается, как обычно. Я просто рвал и метал. У тебя что, 5 доказательств или не послышалось? Нет доказательств. А, ну, значит, ты предатель. Все как обычно. Сузился. Я, видимо, зря этот, как его, выбрал сегодня скин работяги, потому что я сегодня реально только работу делаю. И я делаю работу, но при этом меня все равно увольняют с этой работы. Постоянно, еще и двое ливнули у нас, отлично. Значит, у нас прям высокие шансы в этой игре, прям. Так. Я, конечно, подозревал, что Леху надо было кикнуть, потому что он до этого все время выходил, заходил. Так. О, трупешник вижу. В управлении. В управлении. Я сразу лежал. Была в электричестве. ХЗ кто? Чё, я все, что могу. Опять ты находишься. Да, конечно, я нашел. Я честный работник, я нахожу трупы, я делаю работу, убираешь. Но меня все время выкидывают, потому что, типа, ну, можно же меня выкинуть, но я скип. Ну да. Так. Я скип тогда. Ну, если никто не знает. Уже, а, ну да, один труп получается. Ну, два ливнули, один труп. Да, два ливнули, один труп. То есть Ерку убили сразу же. Ну, так, либо... А на нас здесь ты... нету, значит, это не он убил. Ерка ливнул Ерка, сразу. А, ну, он решил отпустить этот мир сразу. Так, потом ему это... Ему можно. Ну, наверное, можно. Так, ну, кому-то очень нравится убивать в управлении. Значит, можно ждать людей в управлении. Но я пойду чинить а вообще... Где? Ну, ты, типа, побежал во... Ну, короче, ты предатель, я понял. А. Я закачиваю файлы. Да, да. В данный момент. Закачиваешь файлы, когда у нас реактор горит. Ну да, я знаю, что починят.
Ну да, ты знаешь, так, почему. У нас всегда чинят реакторы. Сколько раз мы проигрывали. Карточка, бяка. Давай ты мне докажешь как-нибудь. Ну пойдем в электричество, я не знаю. Ну да, самую такую комнату. Ну давай. Хорошо, у меня кислород и навигация еще есть. Куда? Что такое кислород? Ну пойдем кислород. Пойдем. Вот иди. Я тебя на дистанции держусь. Так я ни хрена не вижу. Ну, понятно, ясно. Ну, это ты, короче. Да, только если бы я что-то видела еще. Я вот где рычаг, где около листьев. О, я труп нашел. Где? Это черный, значит. Ясно. Я не успел объявить о нем. Че? Ну... А где он, кстати, был? Я хрен его знает. Розовый электричество валялся. Ну, это явно не Фамс, это черный, короче. Черный демон и ангел, либо ты и просто Фамс, возможно. Так я знаю. Около тебя была, как я его могла зарезать? Ну, это мог Фамс быть, я хрен его знает просто. Я просто света не было, труп-то я нашел. Хотел свет починить и посмотреть, кто в комнате. Но Фамс заявил. Короче, хрен его знает. Ну, возможно, это Фамс и был. Просто я знаю, что он новичок у нас. И я, типа, на него не особо барагузю. Хотя, вроде, он с нами играл. Может быть. Не знаю. По-моему, он где-то в одних из моих каток уже был. О, мне ну, поверили. Короче, а, нет, не поверили. У нас блин, этот... да. Так это только я и ты голосовали, тебе поверили. Да мы проиграли в этой игре. Два предателя осталось, и они решили вообще никого не выкидывать. Это очень странное решение. Ну ладно, что, пусть меня режут. Тут уже не, тут уже маловероятно выиграть. Ну, это остается у нас Фамс нормальный, скорее всего. Остался черный и этот цвет никто чинить не идет. Это ангел, по-моему, он мешает. Блин, да кто мешает-то? Не знаю. Вот у меня электричество есть. Здесь вот эту фигню нужно в кислород бежать. Да я банально могу посмотреть. Так. Я останусь здесь, потому что здесь черный и фиолетовый. Сейчас я смотрю, кто побегает отдельно от всех. Так, у нас здесь один предатель точно, потому что у меня здесь закрыли. Хранилище кто-то появился. Ну, пойду смотреть, что. Это Фамс был, он только что вышел. Ну, вот он здесь, вот он. Тебя не зарезали. А, ну вот все, я и так и думал. А, Фамс все же ангел оказались. Ну, я думал, что так. Может быть, конечно. Я подумал, что Фамс типа из разряда новеньких, поэтому я его не трогал. Но это странная катка, потому что большинство ливнуло в самом начале и типа вообще ни хрена не собрался народ. Я не люблю такие катки, когда типа мы стартуем, а нас уже 8, хотя мы специально стартуем то, чтобы нас было 10. Это очень странно всегда. Ну, зато в этой игре меня не кикнули, это уже какой-то прогресс. Это хорошо. Ладно, давайте следующий. Ну что, ребята, у нас вновь новая каточка. Сейчас будем смотреть, что произойдет. Но я верю в свой проклятый скин, поэтому я пойду, конечно же, работать. Конечно же, я пойду работать. Что же я еще буду делать? Так, что у меня? У меня нет ничего. У тебя вообще, по-моему... А нет, у тебя когда есть доказательства, у нас этих каток нет. Когда я с тобой, кстати, играю, мне ни разу не выпадет предатель, ты заметил? Да, мне... Я как выбрал этот скин, мне вообще предатель. Я забыл, что такое предатель. Обычно хотя бы один раз у меня есть предатель, а в этот раз нет предатель. Так у меня, когда я без тебя записываю, у меня три раза подряд этот предатель выпал, а сейчас вообще ничего нету. Потому так. Что, короче говоря, походу гашиш предатель, но я не уверен. Он как-то очень так странно ко мне побежал. Подозрительно, больно. Не понравилось мне это. Гашиш. Ну ладно. А что, ты его увидела, что ли? Да. А, ну он типа как будто с телефона играет, короче. И кнопку не смог нажать, чтобы меня зарезать. А, окей. Гашиш да гашиш. Гашиш на враг. Так. Пофигу, без мягкого знака будет. Да какая разница, суть-то главное понял. Да. Я вообще не уверен, как он с мягким или без мягкого знака. Он прямо меня убил кого-то. Так он меня прям... хотел зарезать, я прям видел, он такой, типа, бежит в мою сторону, и так странно, типа, так обычно не бегают игроки. Я думаю, ну, допустим, что-то это было странно, я бы с ними бегал рядом потом. Я оказался одним из предателей. Я просто в упор в итоге зарезал. Я успела как бы еще репортнуть быстрее него и быстрее написать, соответственно. Так, а я дальше. Я инженер.
Я дальше ты теперь работаю. мне веришь, надеюсь, что я Нет, мирная? конечно, Привет. ты предатель. Да, конечно, около меня зарезали, я сразу доложила насчет второго, Да да? я шучу. Ты думаешь, так будет? Я Конечно, не шучу. будет. Я шучу, ты все равно предатель. А может, ты на самом деле? Да ни Так, у меня хрена карта. подобного. Если бы я был предателем, я бы даже поверил в то, что этот скин нормальный, а не проклятый инженер. Ребята, ни в коем случае не берите этот скин, у вас потом все катки будут за мирного. Так. Так. Необычно. Да серьезно? Что, тебя опять? Да, так видели прямо около меня. А, ну тогда заявят, видимо. Да. Розовая. Это к этому сообщению? Розовый. Все окей, значит розовый. Ну да, это розовый прямо около этого голубого. Ну, розовый. Окей. Что-то как-то они слишком спалились в Да этой карте. вообще просто в наглую Такие рубят и все. Типа, да, может, Они вполне прокатит. пытаются, может быть, типа. А? А, мисс Клик. Может быть, у кого-то мисс Клик работает У того еще. точно не бисклик был. Он, по-моему, с телефона просто играл и не успевал нажать. У меня такое ощущение. Типа, он так странно бегал. Ну, я только Ну, могу мы выиграли. предполагать. Это, по-моему, Ну... одна из самых коротких каток Это вообще. вообще ультрабыстрая катка. Я что-то думал, что у нас будет Я даже ничего не подлиннее. успела Но в подумать. итоге мы... Я даже дочинить даже половины не успел хотя бы вообще. Ну ладно, Готово. чё. Зато тебя во всех катках, по-моему, сегодня убивают. О, вообще во всех катках А меня по-любому меня убьют. просто так кикают, а тебя всех убивают, да? Вообще. Ну, ясно, короче. Не надо Еще одну? тебе ни колень делать, я думаю, что это твоя как раз ахиллесова пята. Ладно, чё, народ, сейчас засоберем и пойдем следующую. Ну чё, народ у нас вновь есть, значит, можно вновь есть. Так, и чё у нас теперь? Теперь у нас, Не, как мне в этот раз не обычно, везет. мой прекрасный скин. Эх, я вечный, вечный я Я все инженер. время это задание выполняю. Каждый раз я иду к этому закачать файлы, блин, Закачание файлов. столовые. Я все время, каждый раз начинаю с этого Ну, задания. закачка файла у Каждый меня день. всегда есть эта миссия вообще в целом. Это какая-то вот Так, именно я... такая миссия странная. Около меня один бежит, правда, но мне не нравится, что он бежит около меня. Ну все, дальше уже норм будет. Я Так, здесь. демон что-то не чинит. А, нет, Да демон что-то нет, не не чинит. знаю. Я сюда только подошел. Так что Боже. ничего не могу сказать. Не, он бегал Так, туда-сюда. я пойду тогда, знаешь, куда я пойду? А я пойду делать как раз-таки столовую хрень эту с проводами. Да, блин, я почти доделала Саймон Билл. Саймона обломали. Это Да. противно, гашиш заявил. Вдруг это опять он. Ну, хотя вряд ли в этот раз он снова так же будет тупо поступать. Кто где? В В электрике. электрике. А в Уже электрике лучше. кто-то был? Не знаю. Да, против него. Чего? Против гашиша? За что? Да, типа, никто даже против него не пишет. Я не буду так голосовать. Это будет странно. Че, что возможно в смысле? Зачем? Ты не надо быть тем таким же чуваком, который меня кикают. Я скип, я скип. Я гашиш. Просто его скипну. За что? Я не думаю, что это он все же. Ну, типа, может быть, конечно, это он, но, типа, это странно. Не, я не думаю, ну, не, вряд ли он. Вот смотри, я просто Я написала. скип вообще, ничего не знаю. За И что минус. его? Я на нем себя чувствую. Типа, его просто так кикнут в итоге. Нет, он был в электричестве и сразу же доложил. То есть он единственный там Ну был. да, но, Кто-то написал, типа, это где странно, если он около был там камеры. единственный, и, типа, он доложил. Я не думаю, что он предатель. Это, типа, вообще странная будет вещь. Ну, не Не был он был. предателем, но это было странно. Если бы он был предателем, взяли просто так его кикнули в итоге. Да не мог он быть предателем. Это Ну, как-то на всякий случай. несостыковка бы какая-то происходит в таком случае. Ну, почему вы, да? Гениальная логика, чё уж. Тут не поспоришь, как говорится. Карточка у меня есть. А свет-то кто-нибудь чинить собирается, нет? Не знаю, мне пофигу на свет. Хотя у меня очень много заданий в электричестве. Ну, Я я все время тоже с делаю кем-нибудь хочу электричество. ходить, чтобы у меня было это алиби. О, Привет. идите В сюда, идите смысле? сюда. Ну, я только что здесь задание закончил Ну делать. что, подождете?
Ну ладно. Чтобы у меня было это, что я выполняю хоть что-то. Угу. Типа, мирно. Типа, ты сейчас предателя вся выставила или что? В смысле? Типа, я, говорит, веду делать задание, типа, я мирная. Или мне послышалось? Ну, я не знаю, как нормально это писать. Типа, что... В итоге ты себя... Я стою, выполняю задание, пока вы меня охраняете. Ты в итоге себя как предатель выставила, так... Знаешь, играй бы с кем-то, наверное, другие бы подумали, что да, походу здесь дело плохо. Да. Ты что еще можно сказать? Я иду провода чинить в управление. Ну ладно, вот я с тобой. Да. Я с тобой буду. Ага. Постоянно. Со мной я можешь с кем-нибудь. Быть. У меня в читах, навигации и в реакторе. У меня во всех просто комнатах, в самых дальних есть. Ну, нас закрыли, а я выполнил. И трупы нашли, лол. Окей. Так, чё? О2. Кислород. В кислороде. О2, первый раз вижу, кто О2 пишет, знаешь, типа. Да, кстати. Типа так даже проще, по идее, но в основном кислород пишет. Кислород. А почему сори? В смысле, а к чему сори? Этому, гашишу. А. Я могу просканиться. Говмир. Змеш. Мед. На самом деле мед. Это мед. Так. Я. Ну, я думаю, что это может быть демон, потому что он особо ничего не пишет. Немного странновато, но. Лаймово. Я против. Демона. Я выполняю длинное задание. Так, ладно, давай демона. Он просто как-то заявил, но особо ничего не пишет. Он, по-моему, даже инфу не дал, где он нашел. Нет, дал в О2. А это он О2? Стоп, у меня... А у меня случаем не баг? В смысле? Ну здесь баг. Ну ладно, допустим, баги. Мне почему-то показалось, что это розовый скорее написал О2. Нет. Но может не показалось. Ну, у нас все равно никого не кикнули. Опа. То, что ж такое? В обратную сторону теперь. Да, ну у меня все равно там есть задание. А, там Саймон как раз. А, ну тебе вообще удобно тогда. Единственный способ заставить тебе реактор чинить. Да вообще, потому что у меня... Или ты сейчас станешь и не будешь его делать, типа такая... Иди наверх. Нет, я сделаю. Там есть кто-то наверху. Ну ладно. Так, у меня оно как... Скип... Да, оно скипнул. А, нет. Ну, оно скипнется вроде, или оно продолжается? Нет, оно продолжается. А, оно продолжается? Серьезно? Я все это время думал, что оно скипается. А? У меня в щитах и навигации. Ага. Окей. Пуська с нами бегает. Пуська-то вроде что-то показать хотел, насколько я знаю. Да, он мирный. Угу, мирный. А ты? Мирный, мирный, мирный. Ну, и мне нечем доказывать сегодня. Уж в этот раз-то нет такого. Не. Так, я пуську не буду бросать. Да, ну, типа, ладно. Мы пойдем починим. Так, да. Ну, там все равно у нас хватит. Так. Ну. О, все, стабилизировали. Мне в щиты нужно теперь. В щиты? Другой конец карты. Щиты и навигацию. Я же говорила, что у меня вообще раскиданы задания. Сильно. Ой. Странно, что щиты ты не выполнила еще в самом начале. Кстати, кто ты... А, ну, призраки, наверное, у нас еще квесты делают. Типа, здесь сегодня все стоят, а задание все еще выполняется. А, не, вон у нас есть Дон Мор, он здесь один отдельно бегает. Это странно. Надеюсь, меня не... Ой, какое красивое задание. Здесь с проводочки прямо нужно сделать. Блин, у меня в столовой еще задание. Я в другом конце карты. Я починю часть. Я из реактора бегу. Я, точнее, не из реактора, а из верхнего двигателя. Все, починили, отлично. Так, у меня последнее задание. Так, окей. Привет. Привет. У меня в столовой как раз, наверху. Mm-hmm. Здесь вот. Да, опа. Блинчик, я не успела ничего сделать. Пуську убили! У него были алики. Пуську убили! Нет! Только у него было алиби нормальное. Нет! Красный возле мусорки. Дон Мор... Часто один бегает. Подозрительно.
немного. А так. То мы вместе все ходим, а он где-то там всегда. И трупы непонятно где. Я тоже один хожу. Да, демона тоже. Нет, я... Так. Не, ну, ну демона я до этого думал, конечно. Просто Дон Мор не бегал за мной, но ему нет. Так. Ну... Фиолетовый вроде норм. Я говорю... Ну, я говорю предположение. Просто мы все вместе наверху были. Так, ладно, белый так белый. Я мир могу доказать. Чего у всех есть доказательства, что все мирные в итоге? Не знаю. Ну, что типа, не почему не сразу их, ну, типа, да. Хотя бы в начале не показывают, а уже где-то ближе к концу начинается. Какие-то показатели, доказатели. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Ух ты, я к верху. Реактор сначала. Я через верх пошел, мне это ближе. Самосалатовый бегает, мне не нравится. Инженер. Я все, отбежали. Я держу уже. Все? Все. Стабилизировали, пойдем. Пойдем выкидывать, куда нам там? Вниз, в хранилище. Mm-hmm. Да так, ёпта! В смысле, ты, а ты где? Это меня, по-моему, ну, закрыли одного. Я... А, нет, вот, демон пошел. Это меня одного тут закрыли, я около движка торчу. О, все. Демон мир, он выкинул мусор. Только что. Синий. Синий мир. Mm-hmm. Вот этот. Он мирный. А где остальные? Ну, не знаю. Я сбежал вообще, наконец-то. А, боже. у тебя как это долго было. Чувак меня вообще не понимает, в том плане, кого надо резать. Вы почти выиграли из-за этого. У тебя. Ну, я пытался, в офиге пришел. Я тебе каждый раз верю. Ну... Просто так, похоже. Ну, во всех катках до этого я был чисто мирный. Тут вот что-то прокатило так. Но в итоге не было ни одной такой манипуляции, поэтому, в принципе, типа, я не говорил конкретно. Да не, думаю, что уже можно финалить, поэтому, ребята, ставьте лайки, если вам нравится Монкас и хочется видеть его как можно чаще. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Вайпити, в описании ссылки, конечно же, все остались. А, Сириот ее лица также можете посмотреть. Вот так вот. Или если вы вапите сидите, можете серию от моего лица посмотреть. Так тоже можно. Да. И кодовое слово сегодня будет у нас пирожок. Так вот. Все. Всем удачи, всем пока. Пока.